есть это не центр-форварды, конечно, но это игроки группы атак. Что как раз Кварацхелия и Чаквитадзе должны забивать и забивать много, по мнению многих. И 1-0 Хвича. 12-я минута и счет открыт. Хвича Кварацхелия перебрасывает элегантно Коулинга. Смотрим, как это все получилось. Тоже не сказать, чтобы прям позиционное владение какое-то. Высоко поднимается линия обороны Гибралтара. И, ну, здесь даже не дело техники. Это слишком просто. Если ты профессиональный футболист, ты должен отсюда попадать в ворота. Что Хвича и сделал. Самое главное, что он сделал, это открылся здорово, не попав при этом в офсайд. Остальное любой игрок атакующий, выступающий за первую сборную своей команды, вот такое должен исполнять на раз-два. На самом деле, да, красиво, но ничего.